Нашла. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Она вышла, у нее сбоку как коробка какая-то с правого боку, и она давит на нее, и она перекошена в левую сторону. Хорошо, она в биополе ее находится, мы ее поднимем, да? Да. Защищаемый физический биоробот защитным потоком и чистых энергий Абсолюта. Берем НСР в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией НСР поднимайся в комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел подъем. Мы здесь. Хорошо. Мы приветствуем НСР. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке. Доверит ли она нам свое биополе на период сеанса? Да, она готова. Доверит. Хорошо. Инесса, а что это за коробка в вашем биополе? Вы знаете о ней? Она говорит, я думаю, это багаж знаний. А мы сейчас проверим. Я даю команду на счет 3. Эта коробка летит в клетку тюрьму. 1, 2, 3. Она подключена к ней. Конечно. Выстраиваю канал к ответственным. 1, 2, 3. И притягиваю ответственных за эту коробку в клетку тюрьму. Стоят в клетке. Рептилоид. Один. Снимает. Есть два Грея. Хорошо, снимаются маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Лаборант. Понятно. А почему сразу не выскочил? Сразу притянули. Хорошо, хорошо. Как долго эту коробку вы установили в ее биополе? Сколько она там находится? Цифра идет 15, и эта коробка как генератор. Они с ней энергию качают. А на каком основании вы качаете рептилоид энергии из нее? Она вам давала разрешение, у вас есть контракт на откачку энергии у нее? Я не слышу ответа. Есть контракт или нет? Нет. Хорошо. Значит, таким образом вы без всякого разрешения ее зашли в биополе и решили воровать энергию. Я сегодня этот генератор перепрограммирую, подключу к рептилоиду и двум Греям и сделаю отток энергии до 100% в том объеме, который вы причинили ей. И у нее много энергии, всем хватает. Это кто говорит? Рептилоид. Хорошо. В моих руках появляется плазменная живая энергия. 1, 2, 3. Есть. Хорошо, рептилоид. Повтори то, что ты сказал. Грея. Грея, ему больше всех интересно. Что это? Это новое оружие. Покажи. Вот я стою, показываю вам. Такого в вашем мире еще не видели. Это вам предупреждение, поэтому я его демонстрирую. Я могу его применять. Мне оно не нравится. Абсолютно правильная реакция. Они не должны нравиться. Хорошо, поехали дальше. Убираю этот шар, входит в меня. Я даю команду на счет 3, сканер сканирует пространство над головой Инессы под ногами. 360 градусов вокруг нее. Заложником. 1, 2, 3. Сканер сканирует все 7 тонких тел Инессы. Находит все. Спрут вышел. Инсектоид и джин. Какой джин? Джин синий. Считай цифры. Над головой. 54, 38. 50? 4, 38. 54, 38, да? Да. Хорошо. Значит, голубой еще, да? Синий, в смысле? Угу. Синий, хорошо. Все знают, где они находятся. Переходим к реверсу энергии. Я даю команду Инессе спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. Энергия по каналам чужеродная по отношению к Инессе. Энергия страха, энергия неуверенности. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Джин, сколько ты находился в этом биополе? 5 лет. С какой вещью попал? У него почему-то 2 цифры идет, 7 и 5. Что это значит, Джин? Попал он к ней 7 лет назад, но работать с ней, он как говорит, я стал 5 лет назад. Хорошо, с какой вещью ты попал? Что это было? Это что-то канцелярские, типа папки он показывает, бумажных. Хорошо, как ты на нее воздействовал все эти годы? Каким действием ты ее принуждал? Что ты забирал? Делать деньги. Понятно, а забирал что? Время. Время. Это из-за тебя она хотела закончить с бизнесом или поменять работу?
заняться чем-то другим. Ты и так отбил желание. Он не понял вопрос. Но человек уже был готов закончить, так сказать, заниматься, чем он занимается, и перейти на другую работу, потому что он не находил или удовлетворения, или это беспокойство приносило ему. Вот мой вопрос, связано это с тобой или нет? Довел ты ее до такого состояния или нет за эти 5 лет? Связано. Он не давал ей подумать о другом. Давал, но возвращал всегда. Поехали дальше. К добыванию денег. Все только ради добывания денег. Понятно. Хорошо. Сколько энергии и процентов ты у нее забирал? 30. 30. Хорошо, индиктует. Как долго ты находился в ее биополе? 1 год и 2 месяца. Инкубатор есть? Нет. Хорошо. Спрут. Сколько ты находился в этом биополе? 3 года. И рептилоид с Греями. Сколько вы находились в этом биополе? 15 находились. Столько же, сколько стоит генератор. Хорошо. Давно он не обновлялся, старой технологии. Хорошо. Значит, он давно не обновлялся. Посмотрим, как он после моего обновления заработает сегодня, который я после моего программирования. Установили фильтры с золотой сеточки на все каналы. Реверс закончился, Вера, кстати? Да. Хорошо. И, подожди, стоп. И выстраивая отдельный канал к этому генератору, 1, 2, 3, и реверсом Инесса отдает весь негатив, всю негативную патогенную энергию, все болезни, которые она получила от этого генератора. 1, 2, 3, мощнейшим потоком пошло назад. Что идет? Усталость идет. Он пробил все тела и дошел до физического. О. Они говорят, что она была более физически выдержанная 15 лет назад, а сейчас устает. Посмотрим, как вы будете выглядеть в конце этого сегодня, этой чистки. Устанете вы или нет? За все надо платить, Грей и рептилоиды. Зашли без разрешения, нарушение закона свободы воли, право выбора, право распоряжаться собственными энергиями. Готов. Вы... Это вам так просто даром не пройдет. Отлично. Устанавливали фильтры золотой сеточки на все каналы в порядке реверса. Инесса забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные, чистые. 1, 2, 3. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли, до последней капли возвращает Инесса себе обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Но от него идет свет, радость и какой-то арт. То есть то, что можно делать для души, когда что-то делаешь, погружаешься вглубь себя. Ну, это рисовать или чем-то заниматься, каким-то искусством. Правильно? Да. Он говорит, что все можно довести до этого, но оно не будет приносить столько созидания, потому что это может быть связано с работой, а не с развитием души. Именно это и было у нее. Кто это говорит? Рептилоид. Ага, хорошо. Ей именно внутреннего созидания не хватало. Творческого процесса называется. Творческого процесса, который будет в радость именно ей, ее душе. Весь ее творческий процесс происходил на добывание, на заработок. Понятно. Он ее удовлетворял, но не до конца соответствовал тому, что хотела бы душа. Хорошо. И как эту вещь мне связать с вашей интерференцией, с вашим воздействием и еще в этой ситуации усугубляя, забирая, воруя ее энергию, причем без контракта, без договора с ней. Как мне это увязать, рептилоид? Вот ты такой умный. Стоишь там, объясни мне. Есть какое-то оправдание вашим действиям? Тишина. Как у нас... он хочет выразить, что они не делали насилия над ее телом. Все шло в спокойной энергии, которую она отдавала, хватало и ей, и им. Это не ответ. Ты вошел без разрешения. Все остальное после этого пункта уже неинтересно. Ты понимаешь разницу? Но он показывает, что во снах вот это то, что к ней вернулся, арт, вот этот созиданием, именно это она и делала, созидая с душой. И вот
На этом договоре где-то во снах они договорились. Ладно, хорошо. Как у нас с реверсом? Посмотрим. Закончится. Хорошо, Джин, начнем с тебя. Забирай всю, выходи тебе не надо, собирай всю свою пыль, все, что ты установил, вытягивай, чтобы ни следов не осталось. И докладывай мне о готовности к проверке. Проверка будет проходить сканером несколько миллионов герц. Если кто-то еще что-то там оставит или забудет, специально или не специально, он может сгореть по каналу. Я вас предупредил. Приступай. Ниже пояса, не пыльца. Пыльца золотая. А как так, Джин? Ты синяя, а пыльца золотая? Он как в копилку в нее вложил свое золото. Наверное, ему сейчас печально, да? Он говорит, что деньги делают деньги. Наш союз был полезен нам обоим. Он все Джин, забрал. А Джин, ты понимаешь, это был, имел какой-то смысл, если бы нас призвала Джина и сказала, Джин, приди, исполни мои желания и все остальное. Это я мог бы понять как контракт. Этого не было. Соответственно, все, что ты сейчас рассказываешь, это какой-то бред. Ты понимаешь? Он говорит, что для меня это именно так и было. Я слышал ее желания и в какой-то степени их исполнял, не забывая про себя. А в каком соотношении ты не забывал от себя? Из 100%? Он не понял это. Сколько ты золотых монет заработал на ней? Вот такой вопрос. Много, но вот это то, что он снял все золото. Да. Он это и показывает. Инзиктоид, выходи, забирай все, что ты оставил в биополе. Никакой жидкости, ничего, никаких конструкций не должно остаться, приступая. Кто из вас присутствует в ее доме? Никто из них. Хорошо. Инзиктоид забрал. Хорошо. Спрут, выходи. Отключайся, отсасывай жидкость, ничего не забывай. Приступай. У него присоски, он показывает затылок сзади, шея, затылок, плечи, виски, где волосы полностью под волосами. Как она ощущала твои подключки? Торможение. Каша в голове? Концентрация? Больше торможение мыслей. Торможение мыслей, понятно, хорошо. Все снял. Хорошо, рептилоид с Греями, кто из вас пойдет снимать все, что вы оставили в биополе? Грей подключки снимет. Хорошо, Грей, выходите. Вытаскивать. Готово. Хорошо, значит, у нас все все забрали. Коробку мы вытащили, все, что там было. Хорошо. Включаем внутренний белосвет NS1, 2, 3. И этим светом она выдавливает из себя все негативные остаточные энергии на частотах интерферентов и их подключек. 1, 2, 3. Пошел. Свет, выходит шар и формируется перед ней. Небольшой шар. Открывается портал в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяя, я даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чисто. Все все прошли, буду отпускать. Первый раз предупреждаю, никаких повторных попыток в это биополе зайти я вам не рекомендую делать. Мы будем проверять этого человека. Кого я увижу второй раз, уже никуда не вернется. Всем понятно? Да. Джин, готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте Джина. 1, 2, 3. И Джин забирает все, что он с собой принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатывая, растворяй. Готово. Инсектоид, готов уходить? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки. 1, 2, 3. На чистоте инсектоида. И инсектоид уходит на свою чистоту. Закрывая, печатывая, растворяй. Готово. Спрут, готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте спрута. 1, 2, 3. Спрут забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяй. Готов. Хорошо. Под генератором коробкой открывается портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. И оно уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяй. Есть. Рептилоид с Греями. Первое и последнее предупреждение. Все понятно? Не приходите. Все понятно. Хорошо, открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте рептилоида и на частоте Греев. 1, 2, 3. Рептилоид уходит в свой портал, Грей уходит в свой портал. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Хорошо. У нас чисто в клетке? Чисто. Поехали по частотам. На счет 3 запускаем процесс активации идентификации души. 1, 2, 3. Пошел процесс. Межгалактическая душа. Межгалактическая, да? Очень практичная. Угу.
Хорошо, если Инесса захочет пообщаться со своим куратором, мы можем ей эту встречу организовать. Поехали дальше? Да. Хорошо. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Инесса, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Великолепно чувствую. Очень многое пришло с пониманием, кто я. Я понимаю, что у меня технический, логический ум. И я правильно, очень практичная. И мне нужно созидание для моей души. Это то, что нужно межгалактическим душам. Созидание. Теперь я знаю это. Благодарю вас. Замечательно. Если вы захотите узнать больше о себе и задать вопросы, есть вопросы своему куратору или высшему я, со временем мы можем вам тоже в этом помочь. А сейчас мы будем вас возвращать назад в ваш пиаробот. И для усвоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию Инессы в систему пиаробот душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Ко мне возвращается моя память. Межгалактическим душам не хватает, как бы это сказать, обожествления. Поэтому на Земле мы учимся страдать, сострадать, помогать, сочувствовать. Душа наполняется этими эмоциями и крепнет. Благодарю вас еще раз. Во благо. Готово. И отключайся от объекта и поднимайся в комнату диагностики. Пошел, пойдем. Я на месте.